Зубная щетка для первых зубов ребенка. Какая она должна быть? Первое условие – с мягкой искусственной щетиной из полиэстера с ультратонкими волокнами. Также она должна быть адаптирована для размера молочных зубов, иметь маленькую рабочую часть, охватывать два зуба. Яркий и привлекательный по дизайну. Мы рекомендуем щетки бренда Mancarot и Curaprox. Curaprox щетка для детей называется Curakit. Она имеет ультратонкие и ультрамягкие щетинки, которые позволяют тщательно очистить зубки и бережно ухаживать за деснами ребенка. Также из щеток Curaprox можно использовать щетку Ata. Она имеет маленькую рабочую часть, что позволит вам качественно вычистить труднодоступные места. Щетка Mancarot имеет необходимое количество щетинок, мягкие щетинки, маленькую рабочую часть и удобную ручку. Родителям должно быть удобно вычищать зубки как жевательные, так и передние. Важно, чтобы зубная щетка соответствовала возрасту. Если ребенок хочет чистить зубы сам, дайте ему эту возможность, похвалите его, но обязательно дочищайте за ним выметающими движениями от десны к режущему краю, не забывая про нёбни и подъязычные поверхности. Чистите зубы правильно и с удовольствием. Если видео было полезным, ставьте лайк и встретимся в следующих выпусках.